Всем огромный привет! Это видео будет посвящено гриму. В этом видео я покажу вам, как сделать несложный грим, и оно будет поделено на две части. В первой части, собственно, как я его делала, во второй части я отвечу на часто задаваемые вопросы и покажу, что я использовала в этом видео. Я отвечу на некоторые вопросы под видео предыдущими с гримами, которые я выкладывала на канал. Этот вопрос был просто, наверное, самый-самый популярный. Настоящая или кровь? Я говорила об этом неоднократно. Кровь не настоящая, это просто гримерная кровь, которую используют для ран, шрамов и так далее. У меня кровь фирмы Криолан, которую также можно купить в магазинах, продающих грим. Интернет-магазинах или просто магазинах, специализирующиеся на кино и телевидение. Второй вопрос: больно ли снимать грим? Грим снимать совершенно не больно, потому что латекс очень мягкий, и он просто отклеивается с лица как пленочка. Третий очень распространенный комментарий под видео такого плана — это типа, что она с собой делает, там плохая примета и так далее, и так далее. Дамы и господа, давайте адекватно относиться к гриму. Это всего лишь грим, это те вещи, которые вы каждый день видите в кино, и кто-то их должен делать. А в данном случае я просто показываю, как это сделать легко и быстро. Ни в какие приметы в этом плане я не верю, и очень прошу настоятельно относиться вас
точно так же к данному видео. Ну и последнее, где купить, собственно, весь этот грим? На самом деле, я уже в обычных магазинах давным-давно все это не покупала, но я знаю, что есть не один магазин в Москве, где вы можете это купить, и адреса их можете посмотреть в интернете. Я просто заказываю у знакомой, которая работает в Криолане. Также у Криолана есть интернет-магазин. Если вы напишите в Яндексе «интернет-магазин Криолан», то ссылка будет, по-моему, то ли первая, то ли вторая. Там есть абсолютно все. Так что поищите в интернете, обязательно найдете. Итак, мне понадобился двухкомпонентный латекс, состоящий из компонента А и компонента Б. Смешиваются они в равных пропорциях, один к одному, в инструкции это указано. Если смешать не в равных пропорциях, например, компонента А или компонента Б больше, то латекс будет застывать либо слишком быстро, либо слишком долго. Нам это не надо, поэтому смешиваем согласно инструкциям. Дальше, мне понадобился жидкий латекс, в данном случае у меня прозрачный, я всегда выбираю его, потому что цвет кожи у всех разный, у меня также есть вот такой вот телесного цвета, но я пользуюсь им крайне-крайне редко, потому что, например, для моей кожи он темный, поэтому предпочтение отдаю всегда прозрачным. Вот так и выглядит тоже фирма Криолан. Также мне понадобилась обычная вот такая вот кисточка, это синтетическая кисточка, очень-очень дешевая, купленная в каком-то магазине для художников, даже не помню, если честно, где я покупала, но самая обыкновенная. Два любых карандаша любой фирмы, красный и в данном случае у меня бежевый, я делаю им контур на губах. Палочка для маникюра у меня, вы можете взять абсолютно любую палочку, которой вам удобно будет работать. Также мне понадобилась кровь. У меня кровь в таких больших, она, по-моему, объемах продается по литру. У меня в данном случае это просто остатки перелитые в вот такие вот маленькие баночки из-под красок. Сейчас я попробую открыть и показать вам, конечно же, что это не настоящая кровь, потому что часто задают вопросы. Вот так вот она выглядит, похоже на такой не очень густой гель какой-то. Очень, кстати, приятно пахнет. Так, ну и, конечно же, мне понадобился грим. Грим у меня самый обыкновенный, театральный. Можно купить грим Криолан, у них несколько палитр, стоит в 4 раза дороже вот этого театрального грима. Поэтому, если вам так просто дома побаловаться, то берите вот этот. В принципе, цвета все смешиваются, получается любой оттенок. Что касается, многие меня спрашивали, вредит ли грим коже. Ну, конечно же, это очень и очень не полезно. Если вы будете заниматься гримами на своей коже ежедневно, то кожу это, конечно же, очень испортит. Если вы так побаловаться раз-два, то ничего не будет. Единственное, не забывайте, что грим нужно обязательно снять влажной салфеткой, каким-нибудь средством для снятия макияжа, и потом обязательно пару раз умыться каким-нибудь хорошим средством для умывания, ну или просто мылом, если вы умываетесь мылом. Главное, хорошее очищение и потом какой-нибудь увлажняющий крем на лицо. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным. На сегодня все, пока!